Здравствуйте, я Евгений Ануфриенко, шеф-повар сэндвич-бара «Рангутан». И сегодня мы с вами приготовим сырный суп на основе молочных продуктов экофермы «Мазер». И для этого нам с вами понадобится коренья, морковь и корень сельдерея, цветная капуста, зеленый горошек, плавленый сыр, сливки, вода. Основной продукт наш – это сыр панир и масло ги. Начнем мы с нарезки кореней. Для этого нужно взять немного моркови и нарежем это кубиком. Следующее – это корень сельдерея. Соцветия капусты разберем чуть-чуть мельче. Примерно так. Также нам понадобится сыр панир. Мы тоже его нарежем кубиком. И теперь мы все обжарим. Обжарим это все на масле ги. Начнем с кореньев, так как они самые твердые. Слегка до золотистой корочки на одном краю. Затем мы добавляем сыр панир. Буквально 2-3 минутки обжариваем вместе с сыром панир. Так, следующим идет наша цветная капуста. И возьмем 1 столовую ложечку зеленого горошка. Следующее мы добавляем плавленый сыр. Сливки. И воды. Теперь нам нужно это все проварить буквально 5 минут. И добавляем специи. Соль, возьмем перец, асафетиду и возьмем листья шамбалы, он же пожитник. Наш суп прокипел 5 минут, овощи стали мягкие, суп готов. Разольем по порциям. Мы приготовили легкий, замечательный сырный суп. На его приготовление ушло 10 минут всего. А самое главное, при помощи этого супа, не нагружая свой организм тяжелой пищей, мы можем легко выйти из поста. С вами был Евгений, шеф-повар сэндвич-бара «Рангутан». Выбирайте полезные продукты от экофермы «Мазер» и здоровые блюда из меню сэндвич-бара «Рангутан».